выгодно выходить в среднюю дистанцию и разбираться там. Прицельно бьет Демарко. Пока что вот эта манера Броннера не срабатывает. И делал такой короткий подшаг противнику. Весь первый раунд прошел в борьбе за позицию. Видите, вроде бы как-то не торопясь подбирается. Но стреляет по цели. Ему придется туго, потому что Броннер гораздо более серийный боец, чем Демарко. Может быть, 2-3, но они все в пользу мексиканцев, в пользу чемпиона. А вот эта его манера прятаться за левым плечом, она им не позволяет, когда ты стоишь откинувшись, а не сгруппировавшись. Демарко пока что переигрывает противника. Быстрый по цели. Тут он, конечно, делает глупость сейчас. Ну вот, растерял все, что он набрал в предыдущих раундах. Сам он подойти не мог к противнику. А тут противник сам пришел. Он-то не упустит своего. Здесь вблизи. Видите, что делается? Многовато ударов пропускает Демарко. Ну, в общем-то, нельзя держать одной рукой, бить другой. Нельзя накладывать предплечье на шею, гнуть противника вниз. Ну а что Броннеру делать, когда все это выпрашивает оппонент? Он сам пришел, как в том фильме, помните? Раунда. И, в общем, все это как-то спасает чемпиона. Причем, заметьте, дозирует удары. Да, Броннера очень трудно пробить. Но действовать было с любой стороны. Видите, он только правый отвечает. И выбирает момент, когда можно ударить на взрыве со всей мощью. Вот как сейчас. Никак не удается пробить защиту Броннера.
как ни старался чемпион, ничего у него не получилось. Работа с дальней дистанции, где преимущество на стороне мексиканца было очень заметно. Бронер в атаке. Вообще, вот логичное завершение всех этих ошибок со стороны Демарко. Человек сам организовал себе поражение. Причем именно такое, вот какое мы сейчас видим. Поразительно, конечно. Бронер, ничуть не умаляя его заслуг, он просто воспользовался тем, что ему поднесли, что называется, на блюде. Потом не надо забывать, что этот боец все-таки превосходит и в скорости, и в атлетизме чемпиона. Но ничуть не в чувстве дистанции, не в тактическом чутье. Хотя вообще, наверное, смешно говорить о чутье Демарко. Как раз этого-то как раз у него и нет. Восьмой раунд. Минута 49 секунд. Эдриан Бронер становится чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета в легком весе. Молодец, ничего не скажешь. Ну, потом не надо забывать. За спиной мощная команда в лице Хопкинса, Делахои, промоутеров и тренера Меркельсона. А Мерк, мы с вами знаем, это тренер Роя Джонса. Так что тут все будет в порядке, уверяю вас. Этот парень будет королем в легком весе еще несколько лет гарантированно. Я думаю, вечер удался. Согласитесь со мной. Я хочу на этом попрощаться с вами, пожелать вам всего доброго. До новых встреч.